Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать мембрану. Вот она работает. Вот у нее такие поры, через которые она дует. Видите точечки, да, такие? Вот. Вот здесь видно. И, собственно, я хочу что сделать? Я вот купил тройник. Я сейчас вот сюда в систему врежу тройник этот. И вот эти вот все распылители я сделаю в эту часть, потому что, видите, у меня здесь застой происходит. А этот диск, он будет вот здесь работать. Сейчас я его отключу, чтобы не шумел. Вот. Здесь он так охлаждается через озонатор. Вот такой диск. Такой плоский диск. Наверное, пару сантиметров. И вот такая вот мембранка. Распыляет, конечно, знатно. Вот сейчас будем смотреть, как она будет распылять совместно с этими камушками. Насколько ей хватит производительности моего компрессора. Но учитывая, сколько он дует через него, да, то есть это с запасом он дует, поэтому я думаю, что и этот будет хорошо распылять, и те камушки, и камушки будут распылять. Сейчас эту всю систему сделаю и, соответственно, выложу вам видосики. Ну, а водичка вон светлеет. Чище становится. Мешочек там мой. На 150 микрон уже. Я буду заказывать на 300 микрон, потому что 150 уже как бы не улавливает так сильно частицы. Поэтому надо более тонкую очистку. Вот. Ладно. Сегодня у нас про эти распылители. Распылители и биозагрузку.